Что имеем, не храним, потерявши плачем. Воронцовская колоннада оказалась на грани разрушения. Пошли трещины кругом. Такие довольно немаленькие. Тут свободно, видите, палец проходит. Они дальше идут. Своеобразные, как можно сказать, отвалы. И как итог, вот, отваливается огромными кусками колоннада. Это видео снял одесский общественник и эколог. Накануне он совершил рейд по окрестностям колоннады и Воронцовского дворца. Выяснилось, склон постепенно проседает, камни стены расходятся, проседает асфальт. На самой колоннаде облетает штукатурка. А все почему? Потому что, ну, мягко говоря, бездарно, некачественно началась строительная работа. Тут и так повырезали насаждения, которые были на склоне, но тут не столько, конечно же, сами насаждения, их отсутствие виноваты в просадке. А в мэрии говорят, гулять возле колоннады совсем не опасно. Состояние колоннады Воронцовского дворца на Приморском бульваре в Одессе не представляет опасность для прохожих. Но, тем не менее, ее обносят сигнальной лентой и устанавливают предупреждающие таблички. Якобы подниматься на территорию запрещено, возможно, обрушение потолка. Однако, кроме ограждения, коммунальщики никаких мер не предпринимают. Между тем, в мэрии решают, колоннаду, как и другие визитные карточки Одессы, надо отремонтировать. На это благое дело выделяют 15 миллионов гривен из городского бюджета. А ведь всего около 4 лет назад колоннаду ремонтировали. Но теперь это называют ремонтом косметическим. Воронцовская колоннада – один из символов Одессы. Беседка с колоннами в античном стиле. В 1826 году ее построил итальянский архитектор Франц Буффо.